Красной площади сводный полк военно-морского флота России. Возможности комплекса С-400 не способны повторить ни одна система ПВО зарубежных стран. Ебать его! Космической обороны. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Давай, давай, Тигр, не можешь переехать. Броня автомобилей Тигр и Корнет Д. Бывает. Танки Т-90А 27-й. А все, комплекс вооружения танка позволяет экипажу уничтожать... Вот она, нахуй! Вот это ютуб, нахуй! На Красную площадь вступает будущее поколение российских танков. Танк «Армата». На марше парадный расчет войск воздушно-космической обороны. Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Останавливайся. Так было всегда в нашей стране. Уверен, так будет и в будущем. С праздником вас!